такую убить можно. Порассматривай. Я. Оп, привет. Я книжка. Переспать, поесть. Рассматривать, надо на подставке рассматривать. Гармонию макрокосмика. Историческая справка. Ну, прилистни. Обана. А, на английском все, да? Да. Блядь. Чалбанский. То есть нету на русском таких книжек, блядь? Я не знаю, ну, можно перевести. Пиздец. Это книга про солнечные системы. Про что это книга? Ну, это про, видимо, про систему эту, короче, звездную там. Нет, мне кажется, что это книга про про разные представления людей о звездах и об этом. Пиздец. Главное, она иллюстрирована. Представляешь, как такая штука крышу сносит? Эта штука крышу сносит напрочь, вообще сразу причем. И знаешь, почему она таким форматом издана? Нет. Она должна стоять дома, человек время от времени, думая о своем, должен заглядывать в нее и читать кусочки. И просто, ты представляешь, какая у него точка сборки тот же будет в голове возникать? Ты гений. Он будет чувствовать себя, это не я гений, это человек, который придумал эту книжку, такой большой сделал. Для того, чтобы придумку одного гения оценить, нужен второй день, как минимум. Коперникамум. Короче, тут целая Слушай, система. Ну это гениально. А сколько такая книжка? Гороскоп какой-то. Кто с кем? Оппозито, планетарум, секс, сигнорум, интервалю, дистантум. Сейчас, пожалуйста. Гримуар.